А зачем тогда люди в институт ходят, скажите? Я в этом смысле человек консервативный. И я считаю, что очень важно иметь формальное образование. А что оно дает? Оно дает некоторую основу в понимании вещей, мировоззренческое такое дает, дает, как сказать, вот некоторую базу. Вот, понимаете, не улетишь далеко. Не улетишь далеко. Я видел людей, которые без образования, практики так называемые, в наше время назывались практики. И смотришь, вот он там где-то на вечернем учился. А как он учится целый день, на вечернем учится. Понимаешь? Но вот я заканчиваю институт, мне 22 года. Да? И мне платят 110 рублей. А ему, допустим, 25, но он в армии послужил, вернулся. И вот он тоже примерно в это время заканчивает. Ему там, может быть, 26. А он уже ведущий инженер. Потому что он за это время по службе продвинулся. Но он не может написать дифференциальное уравнение, там, посчитать температурный режим там, чего-нибудь. А я сажусь, пишу, не задумываясь. Я смотрю, говорю, а что это он написал? Ну, проще не бывает. Понимаешь? Проще не бывает. Что он там написал? Ну, я же написал. Поэтому есть некоторая база, понимаешь? Есть полно людей, которые закончат университет и не могут написать там систему дифференциальных уравнений, когда надо ее написать. Это отдельная история, он просто плохо учился. Ну да, да. Это отдельная некоторые история. Учились, но им оно не помогло. Да, я имею в виду образование не в виде бумажки, которая ничего не дает. Я имею в виду образование как некоторую систему формирования человека профессионального и нравственного, и там, я не знаю, во всех отношениях. И как члена общества там, и так далее. Очень много ценностей прививается в это время человеку, понимаешь? Он в каком-то коллективе, он... Не, ну что, я два университета закончил, аспирантуру, чё ж, я хорошо... И вы ни о чем не жалеете? Просто не потрачены впустую. Я могу сравнить мой второй университет и первый, потому что во втором я учился заочно. Это было Тверь, это было от Москвы 2,5 часа на электричке, это было рядом все. Но тем не менее, я уже работал, понимаешь, я там его заканчивал, я его нормально закончил, там все дела. Но это же не сравнить было с институтом связи, где я учился там фулл-тайме со всеми примочками, это несопоставимо. Поэтому, ну, но мне это помогло понять, что я не хочу заниматься математикой профессионально. То есть я закончил этот матфак, но я понял, что я люблю математику, но не настолько, чтобы профессионально этим заниматься. Ну да. Вот а студенческая жизнь, это же, вы жили в общежитии? Нет, я дома жил. Вы не знали, все пропустили. Вы Шару не звали на сессию. Ласточка, ну вот такой я был несчастный человек. Жил 10 минут. Через форточку, да? Через форточку, да, да. Перед экзаменом с зачеткой в окно в 12 ночи не звали Шару. Ласточка, я был круглый отличник, я за 5 лет ни одной четверки не получил. Да, поэтому, так что... Понятно. Да, я думаю... Шара не нужна была. Шара... Да. Так что я думаю, учить бы я... Вышница. А ты звала Шару? Нет. Я одна, что ты только Шару звала. Ой, как неудобно получилось! Да, думаю, что вот если бы я учился так вот в американском университете... Ну там точно вот, Шару не позовёшь. Где бы я сейчас-то был, ё-моё? Где? Да куда гораздо дальше? Гораздо бы дальше ускакал. Вот, кстати, понимаете? Тоже вопрос про систему образования. Да. Пост СНГ и американская, чем она отличается? А я пост СНГ ничего не знаю, откуда же я знаю? Ну, там, вы же пошучились, где вы до СНГ я учился. Ну, в СССР я учился, ну, да. СССР считается. Да. Чего считается? Ну, когда имеется в виду в наших краях, я думаю, что мало вопрос, что... Вопрос какой? Вот, какая разница между системой биообразования? Какие плюсы и минусы, да? Та система образования была утилитарной. Все государство было построено по бюрократическому принципу. В государстве был один наниматель на всю страну, это было государство. Государство, значит, бюрократическая система государства работала таким образом. Она говорила, нам нужна государственная связь. Значит так, создаем министерство связи. Было очень много отраслевых министерств. Машиностроение для легкой пищевой промышленности. Вот бах, там мама у меня работала, там еще что-то. Знаешь, поэтому легкая промышленность есть, машиностроение для легкой пищевой, да, еще что-то. Было много-много министерств, и чиновники отвечали за каждый маленький кусочек. Здесь министерств, ну что там, иностранных дел, какие тут еще труда, какие тут министерства есть. Поэтому получается такая история, значит,
была структура такая министерств, ведомств, ведомственные образовательные системы. Вот, допустим, институт связи, он был двойного подчинения. Он подчинялся Министерству связи с одной стороны и Министерству там, высшего среднего специального образования с другой стороны. Были такие учебные заведения, которые не подчинялись ведомству. Например, там Московский университет, например, МГУ, да, он вряд ли он подчинялся ведомству. Он, наверное, был просто там, в подчинении там, этого министерства. Хотя я не знаю точно. Поэтому что получалось? Готовили исключительно узких специалистов в какой-то предметной области. Причем, я бы сказал так, по американским понятиям готовили технишенов. Mm-hmm. Это не были инженеры. То есть нас готовили, допустим, вот у нас факультет был автоматическая электросвязь, телефонные станции. В общем, я еще сетевик, тоже сетевик в современном плане и автоматизация вот эта. Значит, получилась такая история. Но те сети это не как сейчас, я вас уверяю, я не представляю, какие там сети были. Так вот, интересно. Ой, даже не спрашивай. Я люблю сети. Я люблю железо и сети. Так вот, к чему я рассказываю, что значит, готовили персонал для телефонных станций. В основном это были девчонки, но вот у нас группа была 26 человек, 6 мальчиков. В основном это были девчонки, в основном, ну, зачем о грустном? Значит, потом они все в основном работали на телефонных станциях. Было несколько таких НИИ, было несколько там КБ, там типа Кипросвязь какая-нибудь, там еще что-то. Но, в общем-то, вот такое, то есть они были технишенами по уровню подготовки. Если человек был реально инженером, это происходило вопреки системе. То есть он умудрялся при всем, при том, что этого не требовалось, но в силу каких-то своих вот внутренних порывов, там, интересов и так далее, он хорошо учился. Что программа была очень сильная. Программа была изумительная. Просто не обязательно было ее осваивать. Угу. Вот, поэтому там, как бы, если вы глянете, например, программу по Electrical Engineering в Беркли сегодня, вот я сравнивал с тем, что нас учили, примерно один в один. Дальше получается такая штука. Например, у вас есть институт связи в Москве, есть институт связи, их было 6. Там, допустим, в Одессе, в Ташкенте, там где-то еще. И получается такая история, программа одинаковая, но уровень студентов другой, уровень преподавателей другой. Поэтому чему они там реально научились, это уже зависит. Скажем, в Москве лучше научат. Ну, да. А, допустим, там где-то их научат хуже. Но география сказывается, способность набрать сильный состав сказывается, студенческий и преподавательский. И дальше сказывается востребованность этого всего. Ну и так далее. Получается, вот люди заканчивают институт, может быть, из них там на 1000, может быть, 100 инженеров и 900 технишенов, допустим так, по уровню подготовки. То есть не требовалось быть инженером. Достаточно было быть технишеном, который может прийти на эксплуатацию, и эксплуатировать. Те из них, кто уже потом работал в разработке, может быть, это просто люди, которые способные, талантливые. Независимо ни от чего, вот их система как бы не пинала в эту сторону, но они там вынырнули. Вот, собственно, и все. Поэтому, если сравнить с этой системой, она открытая. У вас нет, здесь нет института связи. Здесь нет института там, я не знаю, там нефтехимический институт был имени Губкина. Понимаете? Нет нефтехимического института. Понимаешь, нет такого. Но поэтому совершенно другая система образования. Есть обязательные предметы и необязательные предметы. И вот нет такой узкой специализации. И вы зачастую можете видеть выпускника, допустим, компьютер сайенс, который программировать, вот скажем, на этом языке не умеет. Но его не к этому готовили. Ему давали широкую такую подготовку. Он там делал на этом, на этом, на этом. Ну, конкретно вот этот язык тебе нужен, но он может его и не знать. Ну да. Поэтому. Есть такие компьютер-сайенс, что вообще ничего не знают, это отдельная история. К нам попадают вот из некоторых университетов, тут местных, я не хочу сказать приличных, но каких-то. Местных, вот тут. Интересно. Да, и они приходят, и такое ощущение, что они среднюю школу не закончили. А как же, а здесь же ждут, там, за деньги же не сдашь, как они проходят? За деньги не сдашь, но как-то они сдают, я не знаю. Вот их так учат. Шпаргалки, вот так учат, так сдают. Хочешь жить, умею вертеться. Я не знаю, как они сдают. Я могу сказать, что есть люди, которые имеют официального местного бакалавра. То есть, не а все по новой учить. Ну, если можно выучить, я не знаю. Я видел таких, я не хочу сказать, что их много. Я не могу сказать, что я смотрел на весь выпуск. Я просто смотрел на тех, кто к нам иногда приходит.
не подумаешь. А если еще пару лет там после этого не работал, там детка рожала, девочка, потом еще что-то пришла и... Забылась. Конечно. Ну, может, ну, все. Угу. Только практиковаться нужно всегда. Нельзя вот так вот. Ну, когда с детки, знаешь как. Ну, с детками, да, с детками. Вот, конечно. Поэтому сравнивать ту систему и эту... Я в этой не учился. В этой заставляют пахать так, что да. У тебя за ушами трещит, понимаешь? Там мы занимались только в сессию там, 2 недели. Да, 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 здесь да. Же они же вот такие объемы проворачивают, они пашут как лошади. Весь семестр. Угу. Я помню, с одним американцем разговаривал там вот, про ценность college degree. Он говорит, ну это же все college, ну он закончил college, но это эти, что college? Это же говорит, about hard work. Если ты не в состоянии делать hard work, ты не закончишь college. Угу. Вот и все. Ну, да. У нас есть девочки из Индии, например, вот они там все образованные, но смотришь, вот вызубривает все намертво, микрон в сторону не понимает. Во-во-во-во. И, значит, я когда с ними так, есть более развитые, я с ними разговариваю, они говорят, понимаешь, я у меня такое ощущение, что вы списала, они говорят, нет, мы... Выучила. Она говорит, we are raised that way. Она говорит, да, нас, мы выращены так, мы зазубриваем. Угу. Если ты не понимаешь, это не проблема. Но если ты не вызубрил, вот тогда да, ты да, плохой. Да. То есть они с сутками, они говорят, что в сессию по 2 часа в ночь спят. Вот я понимаю, о чем вы говорите, у меня знакомая жаловалась. Говорит, я иду на интервью, меня спрашивают влево-вправо, а я не могу влево-вправо. У нас есть ребята, которые интервьюируют народ в Индии. Да? Вот, они, вот они говорят, ну вот, допустим, на 100 человек, ну 2-3, могут, когда чуть в сторону, могут сказать так, так и так. Остальные, и все. Mm-hmm. И вызубрить, понимаешь? Но у нас-то они не зубрят. У нас они типа умные. Это значит, что он и не понимает, еще и не зубрит тоже. Понимаешь? Не, ну, о чем мы говорим? Поэтому он когда работать начинает, когда уже что-то за этим стоит, вот датчик начинает учиться по-настоящему. Mm-hmm. Поэтому я, например, за то, чтобы люди учились и работали. Mm-hmm. Я считаю, что это бесподобная комбинация. То есть пусть он part-time работает, понимаешь, пусть он там, я не знаю, но если он работает и учится, так ему в голову уже идет. Понимаешь, он начинает понимать, о чем речь идет. Это очень важно. Ну да. И есть люди академические, они теорию хорошо схватывают. Есть люди практические, он не понимает теории, им надо руками сделать. Да. Он не дурнее, он просто по-другому учит. Угу. Мы разные люди-то. Конечно, да. Вот еще в институтах не хватает практики вот этой настоящей, как вот интерншип, например, вот то, что вы студентам предоставляете, когда студент идет на реальный проект, и он там практикуется. Ну вот физтех же на этом был построен. Я не знаю, как они сейчас работают. В советское время физтех на этом стоял. Они там чуть ли не с 3-го курса прикреплялись там к лабораториям всяким. Серьезно? Да, да, ну только практика наша, вот производственная практика. Ну вот она какая-то всегда не настоящая, насколько я знаю. Ну конечно, потому что все привыкли, что мы берем эту бумажку, идем к маме и папе на работу, они там подписываются, да, и мы идем обратно. Ну а в оригинале оно же так и в принципе должно быть. Так, ну вот да. Девушки, давайте мы вот что сделаем. У нас уже тут... Солнце седает. Да. Да. Значит, уже... Да. Время идет, я не думаю. Друзья, если вы досмотрели до этого места, пожалуйста, скажите, я здесь был. Напишите, потому что я сомневаюсь, что многие дойдут до этого места. Давайте. А я думаю, дойдут. Я думаю, ваша аудитория смотрит до конца. Но учитывая тут у нас, как это сказать, с моделями. С моделями. Вот, у нас, вау. Ну а что же мы, правду? Мы не можем лгать, только правду. А вот перед завершением можно еще моментик вот для тех, кто в Киеве? Мы запускаем бесплатные курсы. Вот туда им скажите. Несколько бесплатных курсов, мы запускаем новое направление, и как уже сказали, новое направление, проводим курс бесплатно. Это будет JavaScript для начинающих, JavaScript Advanced для продвинутых. Онлайн или живьем? В Киеве, в офисе. В Киеве, угу. Автоматизация тестирования мобильных приложений. А на чем? Калабаш. Мы используем Калабаш. Слышали, не слышали? Калабаш и Руби. Угу. То есть вот эти 3 курса, кому интересно, заходите на сайте, смотрите, регистрируйтесь itlabs.net.ua. Угу. Интересно. И участвуйте. Ну что же, хорошо, а вы чего скажете? Я? Да. Прям не знаю, прям потерялась. Да. Приходите к нам на курсы, очень ждем. Вы скажите, девчонки симпатичные, где найти? Вот ребята смотрят на вас и думают, ну ладно, это замужем. А другие где? Неужели в Винницкую область надо ехать?
Даже не знаю, что... Ну, засмущали вы девушку, Михаил, ну что ж такое? Но я хочу, чтобы... Я хочу практически какой-то, чтобы... Кстати, да, вот много знакомых, которые приезжают, программисты, вот в командировку сюда, они такие, ну... Парни, которые, у которых нет там девушки, у которых нет жены. Оттуда приезжают. Они приезжают сюда в командировку там на месяц, на два, ну, в зависимости там. И они приезжают, смотрят, хорошо, здесь все хорошо, но мы поедем, найдем жену и приедем сюда, типа, уже с женой. Вот сколько вот ребят знают. Да, местные, да, они, может быть, более требовательные. Да. Ну и мало здесь девушек в Кремниевой долине, вы замечали? Конечно, дефицит большой, конечно, дефицит, не хватает. А в Украине у нас много девушек, и такие все красивые. В Лос-Анджелесе много девушек. Да? Да, они там за Голливуд слетают. Актрисочки. Да, да, там весь город такой. А здесь они серьезные, там, программисты или там тестер на худой конец. Каблуки не одевают, говорят, неудобно, некомфортно. А красиво, позор, а то, что красиво позор, на каблуках. Позор. Подумаешь, некомфортно. Покажите им туфель ваш. Раз дело зашло. Да. Не, ну я же... Ну давайте мы припаяем. Помочь? Нет, у тебя же растяжка хорошая. Да, ну, покажем, каблучок, покажем. Давайте. Мы зачем? Да зачем? Занятие вот так, вот такой каблучок. Ну не такой уже. У нас есть занятие, Михаил, на котором мы силу воли прорабатываем, и там держим ногу. Знаете, как становишься, поднимаешь ногу в сторону и держишь... Вперед легко, а вот в сторону. В сторону. В сторону. И держишь вот 5 минут так тяжело, а ребята держат. Ну, сам держит. А ребята кого держат? Друг друга за талию. То есть это в парах проходит. За талию, чтобы не упали, да. И дальше ногу, и вот уже прям не можешь, а силу воли прорабатываешь, держать до конца. Это вы для тестеров? Для тестеров, да, чтобы они работу искали и не сдавались. Мы тренируем со всех сторон. Знаете, я хочу сказать, чудные дела твои. Вот это вот интересно, да? Так вот представь, да, что ты этот, ну, упражнение ногу держишь. Поэтому... Нет, так давайте уж сказать, ну, поблагодарить, что я здесь в студии, мне было очень приятно здесь побывать, потому что уже, да. Так, вот. Теперь понимаешь... спасибо, что Люба привела, вам спасибо, что приняли, да, очень приятно было. Люба говорит, девушка мечтала, говорит, с вами познакомиться, я говорю, что же мы теперь, мечты лишим человека? Ну, представляете? Я теперь понял, в чем подготовка тестера отличается от подготовки тестувальника, он должен ногу держать. Да. Это, а вы еще не гирьку ему можете подвесить? Хотите, у вас проведем такое занятие? С кем? С индусами? С вашими студентами. Что со индусами? Нет, наши студенты и так хорошо. Да. Да. Нормально. Начнешь с ноги, там потом неизвестно, куда гирю будешь лишь. Так, значит, это лучше мы уже так, без гири, без экстрима. Вот. Без экстрима. Друзья! Значит, если вам не хочется стоять минуту или пять с поднятой в сторону ногой, держать за чью-то талию, то и не надо. Вот. Но, в общем, ну, может быть, тогда в тестеры... Знаете, спрашивают, как знать, могу ли я тестером быть? Может быть, вот это? Можешь ли держать ногу? Да, слушай, я пытаюсь в полезную... А давайте на вас проверим, Михаил. Держите 5 минут ногу. Я уже не в том возрасте, чтобы ноги попали. У нас все возраста участвуют. Ну, я воздержусь. Знаете, беречься надо. Кстати. Я еще нужен людям. Ну, кстати, так, да, помните, мы про маму видео записывали? Она ж посмотрела, вам передавала огромную благодарность, так, потому что она теперь вдохновилась. Так. Английский импрувит. Чтобы она тестером. Чтобы она сюда приехала. То есть она думала, что... А, сюда прям? Ну да, она думала, что сюда уже никак. А вы как рассказали, биологов... Подождите, так разрешать на работу? Ну так она дальше позже по грин-карте сможет. Все, договорились. Там с этим нормально, она думала не устроиться. А так теперь все нормально, вот вы маме мотивацию подняли. Не устроиться. Ну вот, да, поэтому спасибо. Она вам передавала огромное благодарность. Мы еще замуж выдадим. Ну все. Вы сначала меня обещали. Я обещал тоже? Говорили, да, вы не будете жениха искать. Я на канале у нас покажетесь. Друзья, у нас Люба свободна. Девчина на выдане. Вот, так что если кто чего, значит, вы тогда отпишитесь там, девочки, вы тогда каждая в комментариях там напишите, чтобы они не спрашивали меня, как найти.
А чтобы сразу к вам туда. Ну да, и у меня сейчас будет больше людей на канале. Так, друзья, если, да, значит, во-первых, Любу найти и так легко, она у нас там есть. А значит, если вы Лену не можете найти, тогда обращайтесь к Любе. Не спрашивайте меня. Хорошо. Хорошо. Значит, давайте мы тогда, знаете, что сделаем? У нас, поскольку есть три шляпы, мы тогда сердечный привет передадим всем в форме прикладывания шляпы к сердцу. Боже, как романтично, да. Михаил. Супер. Друзья, до скорых встреч. До скорых встреч. Пока-пока.